Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что здесь будет? Если вы считаете, что это приставание или какой-то плохой вопрос я задал, напишите конкретно АТ об этом. Здравствуйте, друзья. Это Анапа. Это его проблема. Это Анапа, и сейчас сижу, пью чай с бананом. Бананы такие большие, огромные бананы. Сегодня в Пятерочке купил. Пообедал, и вот сейчас пишу, а пью чай и смотрю ютубчик Юру Азаровского. На него здесь мужик сегодня наехал возле администрации. Я-то, конечно, на стороне нашего блогера, а мужик настоящее хамло, ничего не понимающий, низкоинтеллектуальный. Колотит там какие-то доски и еще и возникает. Наверное, злой от того, что зарплата маленькая и что работает на эту администрацию, которая, не будем продолжать. А я сижу, сегодня у нас день хороший, смотрите. Солнышко вот уже такое закатное, темнеет сейчас рано в Анапе. А я снимаю на свой новый фотоаппарат. Видите, как вот перевожу на дальние, ближние объекты, и вообще фокус не теряется, как вот в моей другой камере. Вот видите, вот раз на банан, и все здесь четко. Вот в этом преимущество этой камеры. Вот. Вот такая маленькая зарисовка о моем таком дне. Вообще сегодня занимался немножко так онлайн редактированием книги, посвященной 30-летию Анапского районного казачьего общества. Юзал вот эту свою приставку, посмотрел там, как ее надо настраивать. Некоторые фанаты просто там столько всяких примочек придумывают, я не буду этим заморачиваться. Что еще? Проходит как-то мой день. Сегодня вечером намерен еще очерки пописать свои. Я книгу готовлю к выпуску. Второй том будет называться «Очерки». Сейчас выделяю время каждый день для этой книги. Еще английским занимаюсь. У меня вот есть приложение. Сейчас немножечко закончу просматривать и покажу вам приложение HelloTalk. Вот оно так выглядит. Видите, как хорошо. Ничего не теряется, фокус. Все отлично. Drake. Дрейк, сейчас не так вот, а просто приближу. Вот Дрейк, он, видите, флаг Соединенных Штатов, он из Америки. Ниже Мун, это ее такое сетевое имя, девушка из Великобритании. Это вот Грейс, тоже пишет мне, тоже она из Америки. И другие мои партнеры. Если мне Дрейку надо ответить, я нажимаю микрофончик, и можно уже наговаривать. Hi Drake, how are you? I sit in the my kitchen and eating a banana and drink tea with milk and look in the window. We have good weather and all very good, very well. Bye-bye. 55 секунд наговорил.
Вот. Ну и теперь буду ждать ответ. Вот так вот, что он мне ответит. Посмотрим. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ешьте бананы, пейте чай и всего-всего пока-пока. Вот такой маленький сюжетец. Думал, а что сегодня выставить на YouTube, а вот и нашелся. Пока.